все-таки не устоял, друзья, вот насчет этой розы Вестерленд. Смесь такого оранжевого, розового, желтого цвета. В Леруа Мерлен начали завозить саженцы роз. Ну, а также пионы, травянистые, древовидные. Еще немного, но давайте посмотрим, что интересного. Сразу притягивает взгляд вот эта роза с кроваво-красными цветами. Red Empire. Флорибунда. Цветки достаточно крупные, собраны в кисти по 5, ну, от 3 до 5 штук. И покрывают побеги сверху донизу. И цветет она продолжительно. Цвет ярко-красный. Высота куста около 80 сантиметров. Сорт известен с 2003 года и родина его Великобритания. В целом достойный сорт для любителей ярких цветов. Цена его 2298 рублей. Заговорился 2000. А это тоже флорибунда кимоно. Очень старый голландский сорт 1961 года, но все еще пользуется популярностью. Цветки необычайно лососево-розовой окраски. Куст как бы светится, но постепенно выгорают до бледно-розового цвета. Растение отличается огромным количеством цветков. В кистях бывает до 10 цветков, но в основном 5-7 штук. А цветет, друзья, 3-4 месяца, все лето. Высота побегов до 90 сантиметров. И что интересно, на побегах нет шипов. Проверенная временем роза подходит даже для самых неопытных. Проблем с ней немного. Еще одна необычная флорибунда. Golden Dreams. Необычайно ярко-желтого цвета. Цветет все лето пышными кистями. Но бывает, конечно, из-за погодных условий может быть не таким ярким цвет. Высота куста до 1 метра. Сорт тоже не из новинок. Выведен в 1999 году в Дании. Цена также 298 рублей. Рекомендую обратить внимание на эти сорта. Ну и тянуть с покупкой, конечно, не стоит. До посадки еще много времени, а в магазине нормальных условий не создадут. Тепло, и растения могут тронуться в рост. Ну вот еще посмотрите. Почва покровная, неплохая фаериалис. Но вот эта роза чудесная, парковая, Вестерленд. Окраска такая оранжевая, желто-оранжевая. Шикарная. Ну а дома можно обеспечить условия хранения или даже высадить в отдельную емкость, хотя это только начало и самое интересное впереди. Я вот жду, например, розы Дэвида Остина или Кордеса. Да, надо заметить, цены на розы выросли по сравнению с прошлым годом. Где-то на 30-40%. Кроме роз, уже появились саженцы пионов, в том числе древовидных. Вот древовидный фиолетовый. Красный гигант очень шикарный. Цена на них почти 500 рублей.
кого еще нет их в саду, присмотритесь. Ну и заодно посмотрим семена. Что пора сейчас сеять? Это петуния, виола. Ну вот по петунии. Выбор хороший. Вот целая вот такая вот стойка с семенами петунии. Выбор хороший, но не следует тянуть с покупкой. Цены, конечно, кусаются. Но если покопаться, можно найти по нормальным ценам. Ну, фирмы Джолия, например. Обращайте внимание на количество семян. В некоторых упаковках вообще по 5 или 10 штучек. Ну и срок реализации, конечно. Ну вот, допустим, 25 рублей есть. А есть и 143 рубля. Вот, вот тут 183. 75, 53. Вот это неплохая, конечно. Очень шикарная ампельная петуния, но цена у нее 255 рублей. Вот, посмотрите. Все-таки не устоял, друзья, вот насчет этой розы Вестерленд. Старый сорт уже, по-моему, 1969 года, но окраска у нее замечательная, просто замечательная. Смесь такого оранжевого, розового, желтого цвета. Ее даже нельзя отнести к какому-то определенному сорту. Парковая, она же и шраб. Высота до 2 метров. Но очень надежная и выдерживает морозы до минус 30 градусов. Вот посмотрите, какой замечательный саженец. Еще не проснулся, но это воск. Придется взять, друзья. Всем удачи и хороших покупок!